Ну а теперь большой эксклюзив в рамках проекта «Спорткадр». С нами связался посол Беларуси в Японии Руслан Есин и в преддверии главных соревнований в календарном году разложил все по полочкам. От волнений в японском обществе, от жестких ковидных порядков до тех позиций, что Олимпиаду, по его мнению, провести нужно в любом случае, безальтернативно. Это будет большой праздник спорта. Александр Воронович приводит самые яркие цитаты. Принято решение о том, что олимпийские состязания смогут посещать до 10 тысяч зрителей. Как вы знаете, это могут быть только жители Японии, иностранные болельщики, к сожалению, приехать посмотреть игры на трибунах не смогут. В случае необходимости установленный порог может быть снижен вплоть до проведения соревнований за закрытыми дверями. Все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Олимпийский оргкомитет власти Токио и правительство страны уделяют первостепенное внимание сохранению здоровья граждан. Мы видели новости, что люди выходят протестовать на улицы против проведения Олимпиады. Как обстановка в стране по этому вопросу? В Токио проходят различные манифестации, достаточно регулярно и по разным поводам. Санкционированные акции протеста здесь в порядке вещей. Мнения у жителей страны по поводу проведения Олимпиады в нынешних условиях самые разные. И есть, конечно же, те, кто считает, что их нужно снова перенести или отменить. Есть и те, кто выступает за их проведение сейчас, считая, что игры станут важным символом оптимизма и солидарности международного сообщества перед лицом пандемии. Правительство Японии и организаторы игр уверены в том, что смогут провести Олимпиаду в условиях полной безопасности для здоровья людей. Вам известны примеры или там, может, какой-то свод правил по регулировке людских потоков? Как это будет организовано в Токио? Насколько мне известно, японская сторона через Национальные олимпийские комитеты оповещает страны-участницы о правилах пребывания участников игр в Токио. Они касаются в том числе вопросов социального дистанцирования. Эти правила будут весьма жесткими, вплоть до лишения нарушителя олимпийской аккредитации. Правительство Японии рекомендует своим гражданам следовать базовым правилам поведения в общественных местах. Например, соблюдать дистанцию в общественном транспорте и закрытых помещениях, носить маску, часто проветривать помещения, регулярно мыть руки. Эти правила не новые. Они действуют в Японии уже много лет и будут оставаться в силе не только до и во время Олимпиады, но и после ее. В Японии работникам СМИ представили олимпийскую деревню. Около 44 гектаров, расположенных в прибрежной зоне Токио, вместят в себя до 18 тысяч спортсменов и персонала. Рядом находится клиника, вместе с ней отдельный лабораторный центр по борьбе с коронавирусом. В городке построили 23 многоквартирных дома. Также в состав деревни входят банк, столовая, кафе, почта и универсальный магазин. Строительство жилого квартала и прочей инфраструктуры в общей сложности обошлось свыше 430 миллионов евро. После Олимпиады городок станет жилым микрорайоном, а квартиры продадут в частную собственность. Официально поселок распахнет двери для мировых атлетов 13 июля. Организаторы игр исходят из того, что Олимпийские игры состоятся как запланировано. Разумеется, весьма благоразумно будет подготовиться к любому возможному развитию событий. Уверен, что японская сторона разработала разные сценарии. Руководитель подготовки Олимпийских игр сказал, что продемонстрирует населению меры противодействия коронавирусу, чтобы успокоить людей. Вам известно что-то про это? Уверен, что Олимпийский оргкомитет предоставит все необходимые пояснения. Отмечу, что оргкомитет совместно с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом разрабатывает и публикует подробное руководство для каждой категории участников игр. Для спортсменов, тренеров, журналистов, технического персонала, волонтеров и так далее. В них детально описывается порядок действий участника, начиная с прибытия в Японию, прохождение карантина, если речь идет об иностранцах. По поводу вакцинации. Закуплено 40 тысяч вакцин. Расскажите, как проходит вакцинация работников Олимпиады, СМИ и медработников? Вакцинация персонала игр и журналистов, которые будут задействованы на играх, началась в прошлую пятницу. Мэрия Токио планирует проводить
около 2500 инъекций в день. Вакцинация является добровольной, но МОК подчеркивает, что она позволит дополнительно усилить безопасность всех участников Олимпиады и Паралимпиады. Ну и ваше мнение, при такой ситуации стоит ли вообще проводить Олимпийские игры? Убежден, что Олимпийские игры – это событие мирового масштаба, которого всегда ждут с нетерпением в самых удаленных частях света, в том числе в нашей стране. Это праздник для всего человечества. Человечество нуждается сегодня в хорошем поводе для общего праздника. Отмечу, что коронавирусные меры Японии были подвергнуты сомнению, поскольку у второго члена сборной Уганды был обнаружен коронавирус после того, как он покинул аэропорт. У первого инфекцию выявили по прибытии в Токио. Свое беспокойство выразил и император Японии Нарухито. Глава оргкомитета игр Сейко Хашимото заявила, что приложит больше усилий, и теперь спортсменов из Индии, Пакистана, Непала, Шри-Ланки, Мальдив и Афганистана будут усиленно проверять на коронавирус перед выездом в Японию для участия в Олимпиаде. Напомню, что игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии они перенесены на год и пройдут с 23 июля по 8 августа без иностранных болельщиков.